Друзья, всем привет! Сегодня у нас 3 июля 2018 года, и у нас будет внезапное видео, я бы даже сказал, внеплановое. У нас сегодня Lexus AS250 2014 года выпуска. Это машина моего друга, он подписан на наш канал, периодически смотрит видеоролики и говорит: вот ты делаешь там заезды, Camry 2.5, ты нос к носу поехал, ну так давай сразимся. У меня машина чуть тяжелее, у тебя чуть полегче, в общем, дружеский заезд. Есть сделать дружеский заезд, поэтому прямо сейчас обо всем по порядку все расскажу. Но прежде чем мы начнем, я, конечно же, не могу вам не напомнить о том, если вдруг вы забыли, что сейчас в самом разгаре чемпионат мира по футболу. Вот раньше я говорил, если вы разбираетесь в спорте, делайте ставки. Друзья, да тут никто не разбирается, как выясняется, в спорте. Чудо происходит с нашей сборной. Именно поэтому букмекерская компания MossBet передает каждому из нас привет в виде ссылки в описании. Это надежный букмекер, имеет лицензию номер один на ведение своей деятельности. Поэтому переходите по ссылочке, проходите простейшую регистрацию, ставьте ставки. Когда вы выигрываете, вы также легко и безопасно можете получить ваши деньги обратно. MossBet, ссылка ждет вас в описании. Погнали! Интернет, ставь на MossBet! Для всех тех, кто забыл, кратко напоминаю, в правом углу у нас Mazda 6 2015 года выпуска. Вес автомобиля по документам 1450 кг, 2 литра, 150 лошадиных сил, 210 крутящего момента, 19 колеса. Заправляю его только 98 бензином. Паспортный разгон у автомобиля 10,5 секунд. В левом углу у нас Lexus AS250 2014 года выпуска. Вес автомобиля по документам 1650 кг. Автомобиль у нас с задним приводом. Под капотом у нас скрывается двигатель объемом, еще раз скажу, 2,5 литра на 208 лошадиных сил. 250 крутящего момента, заправляет его владелец в основном только 95-м бензином. Паспортный разгон у данного автомобиля 8,1 секунда. По идее, этот автомобиль должен прям очень хорошо жахнуть мой автомобиль. Ну посмотрим. Сегодня мы для эксперимента, знаешь, так проверим, есть ли чудо или нет. Ну всякое бывает, мало ли, я буду за ним держаться. В общем, много что может случиться. За счет того, что автомобиль 2014 года, пробег здесь в районе 100 тысяч километров, естественно, потенциал двигателя уже раскрылся, никаких там, ну надо подождать, надо еще поездить, пообкатывать, быть не может. Колеса у нас идут 18-е. Клиренс у автомобиля 135 мм, но, в общем-то, все самое основное, что влияет на динамику, сказано. Давайте не будем размазывать кашу по тарелке. Здесь все ясно, нам нужен только заезд. Поехали на нашу финишную прямую и выясним, кто здесь первый. Мои предположения следующие. Что, конечно же, Lexus за счет заднего привода сейчас прям будет срываться с места и уходить. Ну, в кавычках срываться, потому что никакой там вау-мощности нету. Тем не менее, мне кажется, что до первой соточки я еще смогу с ним побороться. Вот что будет после первой соточки, уже интересно. Ну, скорее всего, он от меня будет уезжать. Но интересно, насколько быстро и как далеко он от меня уедет. Вот это мы и проверим. Второй момент. Касаемо камеры. Огромное, конечно, спасибо нашему спонсору, это Автокод. Кто забыл, напоминаю, сервис, с помощью которого вы можете проверить всю официальную историю автомобиля, только вбив его госномер и оплатив услугу. Разовый стоит 349 рублей. Но я понимаю, читая ваши комментарии, что пока что камера не доставляет вау-эффекты. Вот я вам честно скажу, когда мы ее купили, я ее взял в руки, я все думаю, блин, крутая камера, профессиональный инструмент, можно работать. В 4К пишем, я вижу то, что он может сохранить 4К. Сохраняем, выгружаем на YouTube, на тебе. Не сохранилось почему-то 4К. Все вот эти перепады с небом связаны. В общем, разбираюсь, настраиваюсь. Камера действительно серьезная. Очень большое количество настроек. Если вдруг вы снимаете на Sony Alpha 6500, либо же знаете, в чем мои ошибки, обязательно напишите. Это нужно для канала. Мы на месте, как вы знаете, трасса уже, я думаю, многим из вас знакома. Друзья, значит, у нас будет несколько принципов. Сейчас мы встаем и в обычном режиме отключаем ESP. Ну, для Lexus это, наверное, еще имеет какое-то значение. Для меня значения никого не имеет. У меня колеса и так прошлифовывать, пробуксовывать не будут. На улице примерно плюс 22-25 градусов, сухо, идеальная погода, ветра нету. Ну и потом я сделаю ход конем, мало ли, все дело в операторе. Сколько ты весишь? Килограмм 60 весишь? Ну, соответственно, я ее посажу к нему, вдруг от этого что-то изменится. Все, не тянем больше кота за хвост, погнали. Так, готов. Раз, два, три. Вот сейчас мы вровень стартанули. Вот сейчас вот честно стартанули. Но он уходит, конечно, уходит. Мощь у него поболее. Вот соточку мы разменяли.
На данный этап, вот я сейчас лично считаю, что когда мы стартанули, эффект примерно такой же, как с Mazda был 2.5. Но вот сейчас, например, уже 150, он уходит подалее. Я думаю, что если бы я сейчас был на Mazda 2.5, то я бы еще кое-как с ним пободался бы, но все равно он бы уезжал. Вот сейчас мы едем 180-190, но уже дальше нет смысла гнать. Скорость уже не совсем корректная, да и Lexus уже уехал совсем далеко. То есть, будучи мы на трассе, на большой скорости, он, конечно, дернет нас по полной программе. Друзья, в общем, надежда умирает последней. Самое главное, никогда не сдаваться. Вешаю регистратор к себе. Сейчас пойдет все с обратной стороны. Оператор отправляю к нему. Значит, включишь кондиционер. Будешь пытаться открывать все окна, помогать. Надо помогать. Ладно, шутка. Давайте посмотрим, что-нибудь хоть как-нибудь от этого изменится. Минус 60 килограмм из автомобиля мы, так сказать, убираем. Так, я готов. Можешь сигналить. Давай, 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 давай. Жму в пол. 130, 140. Но обратите внимание, все равно разница как бы есть, но не так сильно-то хотя бы. Чуть поменьше. Ну вот, блин, с горочки он тоже начинает уходить. Ну все, до 170, дальше он оттормаживается, смысла никакого уже нету. Ну бодренько, бодренько. АЭС. Так, ну что, мы сейчас пробуем еще раз. Последний. Я буду стартовать со спорта. Раз, два, три. Эх, блин, вот чуть-чуть задержка прям небольшая у меня, а? Вот так бы, если бы задержку предугадать. Ну, конечно, блин, сейчас что тут говорить? Сейчас все скажут, а, он уезжает, Mazda проиграл. Ну, конечно, она проиграла, здесь спору нет, здесь никто никого не защищает. Сами прекрасно знают, что Lexus — это премиальный бренд Toyota. Поэтому, как видите, у блондина все честно. Ну что, друзья, опять скажете, постанова, зачем ты это сделал, было ясно, понятно, то, что Lexus уедет. Но было интересно, это все дружеские заезды, посмотреть на внешний вид автомобиля. Ну, многие из вас скажут, то, что классная, симпатичная машина, что большинство из нас смущает в покупке данного автомобиля клиренс 135 мм и задний привод. То что, соответственно, зимой может быть некомфортно. Как вы знаете, сейчас пригнали новый Lexus AS 300. Там стоит двухлитровый двигатель, такой же, как на Toyota Camry, но с турбиной. Эти же двигателя в плане двигатель плюс турбины идут на NX-ах. И там уже есть нарекания на работу турбины. В общем, здесь вот те 2,5 литра, проверенный надежный агрегат. И как вы видите, погоняться на нем в принципе можно. Машина продается по цене примерно 1 миллион 400 тысяч рублей. Кто заинтересуется, пожалуйста, не стоит думать, что реклама, а вот для чего все это было. Нет, хотите — нате, не хотите — не нате. Машин очень мало на самом деле. Запрыгните на авто. Их вообще там единицы. Что могу отметить? Ну, блин, конечно, хотелось бы побольше мощности, чтобы можно было хотя бы как-то пытаться бодаться с такого рода автомобилями. 2,5 литра Mazda Turbo, если приезжает, то вот это уже будет интересно, можно ее брать, гонять. А то, знаете, тоже бывает, предлагают, а давай, говорит, со Шкодой Октавией заедем, 1.8, механика и Stage 2. Я говорю, давай. Ну что, блин, это вообще бред какой-то, ну, не совсем честно. Напоминаю, что у меня стоят новые тормоза, ну как новые, которые я поставил еще 1060 назад. Вот сейчас мы оттормаживаемся, серьезно говорю, до последнего момента даже не появилось биение в руле. Запах есть, ну блин, очень доволен. В общем, таким получился данный заезд. Я считаю, что все было честно. Теперь вы представляете, как едет Lexus. Подписывайтесь обязательно на инстаграм канала, там всегда выходят только свежие новости. Подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Высказывайте ваше мнение в комментариях. У меня на этом все. До новых встреч. Всем пока-пока.